Маргарита не разрешает лак трогать, но сегодня можно. Вон лак стоит, смотри, вон. Супер! Вы сегодня почувствуете себя малышами. А вы знаете, что делают малыши? Что? Они играют с вашими слаймами. Вообще-то телефоны, они находятся в вашей комнате. Ой, Маргарита или Ксюшин, какой тебе? Привет, девчонки. Привет. Как дела? Привет. Как настроение? Хорошо. Привет. Привет. Девочки, помните, вы устроили нам челлендж? Родители всегда говорят «да». Да. А что теперь? Мы должны говорить «да». Нет, я придумала кое-что другое. Ух, что? Сегодня вы меняетесь комнатами с Максом Каролиной. На целый день. Вы пойдете в комнату к Максу с Каролиной, а Макс и Каролина будут целый день в вашей комнате. Трогать ваши вещи. Да, и спать тоже. Трогать ваши вещи, играть в ваши игрушки. Все? Нет, не принимается отказ, потому что, девочки, когда вы говорили, чтобы мы делали вам все целый день, мы согласились. Так что сегодня вы... Все, сегодня вы не можете отказаться. Правильно, Макс? Все? Ты можешь здесь делать все, что ты хочешь. Мила? Да? Тебе нравится идея? А тебе нравится? А вам нравится? Нет. Неважно. В общем, ладно. Все. Сегодня эта комната не ваша, так что до свидания. Оставляйте все ваши вещи здесь и уходите. И уходите в ту комнату. Потом доделаешь завтра свою звезду. Так, Каролиночка, давай решим, где твоя кровать, а где Макса кровать. Ты на какой будешь? Ты наверху будешь или внизу? Наверху? Смотри, сколько всего там. Лак для ногтей. Можно ногти покрасить. Нет. Все, уходите, девочки. Давайте, нет, давайте. Идите, играйте там в машинки, в куколки. Нет. Детские книжечки почитайте, давайте. А мы здесь сами разберемся, да, что нам делать? Что там есть? Ну-ка, давай посмотрим. Пони. Что там есть? Пони. Ну, Максу пони, наверное, не нравится. Смотри, что здесь есть. Вон снеговичок, смотри, какой. Я хочу пони, мам. Все, вас проводить? Давайте, до свидания. Я вас провожу. Я вас провожу. Давайте. Все. До свидания. До свидания. Желаю удачи. Давайте. Так, давайте, разбирайте, кто на какой кровати будет. Я буду внизу. Маргарита наверху. Так, Ксюшка уже начинает в машины играть. Щенячий патруль. А ты что будешь делать? Смотрите, сколько у вас здесь всего. Эльза, Анна. О, тут вот Моана есть, обезьяна, которая разговаривает. Да, 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 кошечка, а ты иди в свою комнату. Все. Кто это, Моана? Моана? Вот она, Моана. Видите, смотрите, сколько. Так, что здесь дальше есть? Книжки есть, сказки, здесь пазлы. Вау, смотрите, здесь какие. Здесь есть мемори. Ой, вау! Здесь есть мемори, вот кубики. Здорово же. Давайте в кубики играть будете? Домик строить? Вон еще там кубики, Маргарит, доставай. Вот, у вас сегодня день просто супер. Супер! Вы сегодня почувствуете себя малышами. Круто! В школу. Смотри, здесь можно буковки учить, циферки учить. Ой, циферки. В паровозик играть. У вас здесь куча занятий, просто уиграться можно. Вау. До самого вечера. Ага. Да. Круто. Нравится? Да. Ну все, я вам желаю удачи. Хорошенько вам провести время. А я пойду к малышам. Помогу им немножечко. Пока-пока. Пока. Где лак? Ну-ка давай. Маргарита не разрешает лак трогать, но сегодня можно. Вон лак стоит, смотри, вон. С единорогами, давай, давай. Будем красить? Да. Я тебе буду красить? Да. Давай. Так, садись на стульчик. Так, а потом, Макс, мы тобой займемся. Тоже да. Тебе что-нибудь сделаем. Только ногти мы тебе красить не будем, конечно же. Ты у нас мальчик. Да. Ногти тебе красить не нужно. Нет. Ой, как там весело, Маргарита, с Ксюшей. Я просто не представляю, как им повезло. Давай другую ручку. Макс, тебе туда нельзя. Здорово. Мне десерт крагуа. Так, сейчас у нас Каролина будет с красивыми ноготочками.
Вот, все, теперь суши. Теперь надо, чтобы они подсохли. Нравится? Супер. Маргарита тоже не разрешает тебе трогать косметику. Но сегодня можно. Будем краситься. Так. Что ты хочешь? Глазки будем красить? Так, где у нас тени? А у нас тут тени только или только помада? Это? Это тени? Вот так. Это на глазки? Да. Ну-ка. Ой, красота. Так, что у нас теперь? Губки? Да. Так, а что-то здесь кисточки для не для губ. Да. Какие ты хочешь? Давай вот такие поярче. Да. Вот. Все? Вот так. Все, красавица. Вот здесь украшение у Маргариты. Ну-ка. Это, посмотрим. Это. Так, ну это не надо. Вот здесь тогда нужно. Как что, у нее браслетиков нет? А, вот у нее браслетик есть. Да. Давай браслетик тебе наденем. Вот. Так, все, готово? Мы сейчас будем играть со слаймом. Вот. И вот. Все, садимся. Ну-ка, открываем. Достаем. Ну, просто как он состав. Вот. Это мамарка. Теперь вам можно играть. Здорово? Да. Нравится? Круто. Я надавлю. Ну все, играть? Ну, вау. Я смотрю, вам нравится? Маргарита в Мемори играет сама с собой. А вы знаете, что делают малыши? Они играют с вашими слаймами. Но они осторожны, они не смешают их. Они не испортят, не испачкают, не выбросят. Вау, Ксюша построила замок, Ксюш. Здорово, Ксюш, у тебя фантазия работает, а? Это гараж? Это площадка для вертолета? Круто. Вот видите, как хорошо время проводите, а? Оказывается. Можно не только в телефонах сидеть, телевизор смотреть. Что там еще есть? А вон пенка есть. Да. Смотри, что там. Что там в шкатулке? О! Помады! Да! Ты же хотела единорожку, вот сегодня поиграешь. А где у нее расческа? У нее где-то расческа была, чтобы волосики расчесать. Я знаю. Ты знаешь? Вот. Да. Давай расчесывай. Вот. Молодец. Так, а тебя чем занять, молодой человек? Так, а Максу немножечко скучно в комнате в девчачьей. Заняться ему здесь нечем, бедный. Все, расчесала? А вон Лол там даже есть. Лол, можешь поиграть. Что, мой золотой, что тебе дать? Пить хочешь? Три не хватает. Три не хватает, ну потеряли. Потеряли. Так, так. И хочешь было. Ой, типа, может, ты сказки почитаешь? Нет. Ну, смотри, в самолет поиграй. Нет. Или в больничку поиграй. В парикмахерскую поиграй. А, куколки. Да, вон, смотри, сколько куколок попричесывать надо. Вау, круто. Молодец. Кто уже духи трогал? Ты? Да. Духами пахнет. А? Кто брызгался духами? Я. Я могу. Смотри. Ну-ка. Точно. Каролина уже духами набрызгалась.
Проверяем девочек. Это что такое? Вы что делаете? Парикмахерскую открыли, да, я смотрю? Да. Да, вот. Даже есть это блёстки. Не мы задумали, это она задумала. Да. Да ты что? Что, всех кукол перекрасите, что ли? Нет. Только некоторые. Понятно. Ну да. Только 4. Мам, нам скучно. Можно нам наши телефоны? Вообще-то телефоны, они находятся в вашей комнате. А это значит, то, что вы не можете сегодня в них играть. Ну правда, тогда будет нечестно. Вы не можете заходить в свою комнату и брать оттуда вещи. Я тогда Максику скажу, чтобы он принес мой телефон. Нет. Все вещи, которые у вас сейчас лежат в комнате, вы не можете их брать. Только пользоваться вещами, которые лежат здесь. Вот книжечку, правильно ты взяла, почитай сказочки. Сказочка называется «Серебряный ключик». Все, читай. Потом расскажешь, о чем прочитала. А ты уже спать собираешься? Может быть, еще во что-нибудь поиграешь? А, Ксюш? Ну, не знаю. В Барби, например. А? Мы уже играли в Барби. Мы постригли. Что? Проболталась? Вы подстригли Барби? Да. Мы подстригли волосы от Барби. Мало того, что вы ее красили, вы еще и подстригли. Молодцы. Что еще сказать? А, ну да, вон там много игрушек. Я вот. Там пазл, 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 пазл и пазл. Что ты хочешь? Во что ты хочешь играть? В пазл или в пазл? В пазл. В пазл? Ну, дебили пазл. Я хочу пазл, пазл и пазл. Угу. Лучше пазл, я думаю, чем пазл. Да? Пазл интереснее, чем пазл. Пойдем эти телефоны. Пойдем, пойдем. Пока-пока. Знаешь, мой кот. Знаю. Ага, вот они, вот они. Так, Макс, тебе какой? Каролина или... Ой, Маргарита или Ксюшин? Какой тебе? Ксюшин надо отремонтировать. Смотрите, он треснут еще до сих пор. Какой тебе, этот или этот? Йокер. Этот? Маргаритин. А тебе Ксюш, тебе Ксюшин, да? Давай. Что ты будешь играть? Мультики будешь смотреть? Да. Так. Ура, работает. Тоже открываю мультики. Так, ложитесь на кроватки. Кто куда? Я. Маслайм. Да, Макси, ты вон туда, на Ксюшину. А Каролина наверх. Давай. Залази. Молодец. Все, приятного просмотра. Чуть-чуть смотрим мультики, а потом спать. Маргарита, ты книжку читай. Значит, помогай собирать пазл. Ты что такое же? Я не даю. Что за истерика? Это что за пазл? Про Золушку? Это Золушка. Угу. Золушка. Золушка. И там наверху есть еще один. Круто у вас сегодня день проходит. Америка. Америка. Ну, у малышей же классно же в комнате. У них столько игрушек. А нам... У нас очень круто. А нас же тоже надо думать, не только о них. Все собрали так быстро? Ну да. Круто. Молодцы. Теперь мы это все поломаем и другой сделаем. Поломаем! Не жалко ломать? Некоторые Нет. собирают пазлы и потом их склеивают. Ну что, батарейка закончилась? Смотри. Ну-ка. Ай-яй-яй. Не повезло. А у тебя? А я нет. Ты играешь? Да. Парикмахера? Прически делаешь? Ты мой золотой. Давай заряжать телефон. Не повезло тебе, давай. Все, зарядили телефончик. Молодец. Что ты там ей делаешь? Кормишь кактусом, что ли? Что ты делаешь кактусом? Не нравится ей кактус. А кто вам разрешил? Я ничего не делала. Забираю пазл. Ну, этот же холодильник здесь, в этой комнате, так что нам можно. Ага, так значит, да? В этой комнате мы можем брать все, что мы захотим. Так что... Какая ты хитрая. Да.
Да ну, все, пошла я. Все, телефон я у тебя забираю. Так. Тебя укрыть? Да? Давай. Давай. Нет. Нет? Так будешь спать. Все? Ложись. Прошу вас, мадам. Я Ика. Вот так. Да, ты Маргарита у нас, да? Все, спокойной ночи. Да. Все, пока, давай. Вот, молодец, хороший мальчик. А Мишку тебе дать? Вот, смотри, Мишку, обними Мишку. Мое нет. Вот. Мое нет. Нет. Все, спокойной ночи. Да, да. Пока-пока. Да, да. Девочки, спать. Да, все, спать. Давайте. Все. Ой, а что кто-то убирать будет? Завтра. Как это завтра? Ага. Хитрые какие. Между прочим, у вас там тоже игрушечек много валяется. Машинок. Нет. С кем ты будешь? С поняшкой спать? Смотри, у нее даже свет. Ой, давай вот эту включим. Я со всеми буду спать. Во. Так вот. Вот со всеми буду спать. У Каролины один целый зоопарк. Давай уже ложись. У Каролины здесь целый зоопарк. Один Каролины и Нарины мой. Ну все, спокойной ночи. Все, спокойной ночи. А Ксюша там включила эту. Все, пока. Спокойной ночи. Иду. Все, меня там Макс уже зовет. Все, пока-пока. Ну что, ребятки, если вам понравился этот челлендж, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока, Ксюня. Надо спать. А Ксюша уже спит. Все, пока-пока, ребятки.